Мы должны прийти и продемонстрировать, что нам по-прежнему не нравится то, что происходит в нашей стране, и мы хотим это исправить. Люди сюда пришли не речь слушать, а просто здесь быть и показать, что ничего с зимы не изменилось. А несколько таких акций уже было, и вроде как ничего не изменилось. Неужели нужно продолжать? После этого власть решила, что нас можно напугать, что можно принять какие-то идиотские законы, что можно кого-то посадить. Люди пришли сюда, по-моему, чтобы показать, это не так, это ничему не поможет. С людьми надо разговаривать и договариваться по-человечески. А если власть недоговороспособна, что делать? Ну, значит, власть менять, иначе не бывает. Каким образом? А? Каким образом? Мирным, нормальным. Если вот так выйдет вся страна, на следующий день власть сменится. Спасибо.